Однажды в студеную зимнюю пору я из лесу вышел. Был сильный мороз. Гляжу, поднимается медленно в гору лошадка, везущая хворосту воз. И, шествуя важно, в спокойствии чинном, лошадку ведет под усцы мужичок в больших сапогах, в полушубке овчинном, в больших рукавицах, а сам с ноготок. Здорово, парнище, ступай себе мимо. Уж больно ты грозен, как я погляжу. Откуда дровишки? Из лесу вестимо. Отец, слышишь, рубит, а я отвожу. В лесу раздавался топор дровосека. А что у отца-то большая семья? Семья-то большая. Да два человека всего, мужиков-то. Отец мой, да я. Так вот оно что. А как звать тебя? Власом. А кой тебе годик? 6-й миновал. Ну, мертвая! Крикнул малюточка басом, рванул под усцы и быстрей зашагал.